уважаемые друзья, добро пожаловать на нашу замечательную ферму Golden Donkey Farm. Мы рады видеть вас у нас в гостях. Встречаем. Это Пьерис, а это Ослик. Не путайте. Еще раз, меня зовут Пьерис. Пожалуйста, помните, потому что потом на экскурсии нужно. Хорошо? Пьерис. Как? Пьерис. Молодец. Команды, супер команды, которые сегодня с вами. Вера. Приветик. Геннадий. Салют. Таня. Салют, Вера. Светлана. Привет. Серкан. Привет. Лакер. Привет. Миро. Привет. Марио. Привет. Матвей. Привет. И Василий, который делает кино на первой экскурсии. Я с лица София Лорен. Ослик. Это животное, которое уже на Кипре 3000 лет. Обязательно давно они не жили на ферме, как сегодня. Давно они дома жили с нами. Была дом, семья и рядом 5-6 слов. Почему так? Потому что ослик давно работает. Это не декоративное, как сегодня. Давно работали на месте черевек, на месте трактор, на месте комбайн, на мельнице, которые делали мука, оливковое масло и много-много других работ для земли. Это животное для работы, как человек говорит. И когда человек много работает, мы говорим, что работает как... И тоже говорит так. Как он правит. Как он правит. Один день едет до 40 километров. И не устает. И позже, когда вы на ослике, не думайте, пожалуйста, что ослик жалко. Ослик это не жалко, это приятно. Но обязательно жалко, когда на ослике много вес. Правильно, как то у нас будет весело и замучим осликов. Сколько это вес, который выдержи, и будет счастливо и поговорим немножко позже. За 50-60 лет назад на Кипре... Садите, пожалуйста. Не говорите, она нервница. Спокойно, чуть-чуть. Хорошо? Мама, папа. Потому что слушаю их рядом. А где родители? Нет, родители. 18 лет назад я и моя семья придумали про это и построили эту ферму здесь. Здесь была деревушка давно, упала. Купили, построили еще раз, и у нас есть сам четыре на парк для осликов. Это ослана, охрана для ослов, ферма для осликов. Сегодня у нас 213 ослики. Ферма это самая большая и только на Кипре, в Европе тоже. А почему так много, что нужно? Я сказал, охрана для осликов. 80 это ослицы, которые дадут молоко. Пробовали? Позже дадут. 60 это мальчики, которые катают. Встречите позже. Остальные это маленькие дети и пенсионеры. Есть такие. Самый молодой ослик на ферме это ослица такая маленькая, это уже 3 недели. Самый старый, который на ферме, ослик Миша. 47 лет Миша. Да я сказал, пенсионер. Миша не работает. За 50, максимально 50 лет ослик живет. Это животное, которое очень похоже на лошадь и зебра. Это три животные, одна семья. Разница, которая у них есть, одна пара хромосом. У ослик есть 32 пары хромосом, лошадь 33, зебра 31. Поэтому счастливое животное. Да. Почему счастливое? Потому что может жениться и туда, и сюда. Счастливо это. Про мульт знаете? Мульт, как получается? Лошадь со слов. Кто папа? Правильно. А как та баба лошадь? Лошак. 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 Да. На ферме у нас есть и муль, есть и лошак. А потом смотрите, они как почти как лошади. Они живут очень долго, они живут до 80 лет. Ну это гибрид, дети не сделают. Что кушают? Наверное, знаете, правильно? Сено.
Все кушают, да. Все кушают. После обжора, не только что все кушают, кушают и много. До 14 килограмм еду кушают каждый день. Да, правильно. И позже, когда пойдем на ферму, смотрите, что у нас очень много ослов, у них такая пузо большая. Не думайте, что перемели, потому что мальчики это. Да, правильно. Это такое обжора осли. У нас очень смешной ослик Антонио. Антонио такой маленький. Такой тоже. Никто не хочет садиться на Антонио, все говорят, жалко беременна. Что интересно на ослике? Уши огромные, красивые, да? Симпатичные. Почему такие большие? Что помогают, знаете? Замечательный аппарат от жару. Когда жарко, уши помогают. Как помогают? Просто открывает так вперед, ловит ветер отсюда, получает ему температуру меньше. Холодно закрывает. Да, когда жарко, уши так, когда ему холодно так. Да. И тоже показывает эмоции, которые есть. Когда счастливое животное, уши встают. Несчастливое животное. Так это. Это не это самолет. И тоже показывает и эмоции другая. Когда так и так, знаете? Злой, злой, да. И стойте рядом, пожалуйста, опасно. Еще мозгов много, очень умное животное, очень терпеливое тоже, очень хороший психолог, сразу понимает, какой человек встает рядом. Когда хороший человек, ослик будет хороший. Когда вредный, обязательно будет вредный. И позже, когда я вам даю ослик, не говорите, пожалуйста, что ваш ослик вредный. Это не ослик вредный, это кто рядом. Что еще? Ноги, покажи. Видите, какая хорошая. А? Замечательные ноги. Это ослик умное животное, сказал. Очень сильные ноги. Поэтому ослик читается ландровым. Везде я. Попробуем читать экскурсии позже. Через поле, через камень, через колючки, на горки, через горки. Ничего не боится. Едет везде. Обязательно ездит через какое место? Воду, да. Не плавает, как лошадь. Потому что шерсть и волосы не помогают, как губка. Когда ловит воду, утонет. Знает про это, никогда не едет через воду. Позвоночник замечательно. Можете садиться на ослике, но сколько выдержи и будет счастливой на экскурсии и не замучивай, я сейчас скажу. Выдержи половина вес, чем он вес. София Лорен, 160 килограммов. Сколько думаете выдержи? До 80 килограммов выдержи, правильно? Теперь, пожалуйста, так поводья, положите так на ослике, хорошо? У вас уже есть тормоз, когда поводья на себя. Это тормоз. Это руль. Право хотите? Тяните поводья право, ослик едет направо. Лево хотите? Тяните лево, едет налево. Хорошо? Видели? А ему не больно? Не больно. Не смотрите, возьмите так поводья, положите так на ослике, прыгайте и поехали. Прыгаем, как думаете? Это не верблюд. Какая лестница? Это ослик. Это не верблюд, который садится стоять. Прыгает. Это легко, не переживайте. Хорошо, смотрите, как прыгаем. Обязательно найдите человек, который встает рядом и держится за поводья. Немножко разбег надо. Так. Сразу на ослик. Хорошо. Сейчас я приглашаю вам попробуйте. Смотрите, что варя. Я покажу, как это второй вариант. Стоите, пожалуйста, рядом. Причина за ослика, руки на ослике. Прыгаете так, а потом так. И так и поехали. Хорошо. Это тоже. Это хорошо. И смотрите, еще раз, как лизаем
Па, переживаю про это. Тормоз. Стой на месте, влезаем. Так, и так, и лево, или право, как я. Хорошо? Ну, тяжелая жизнь. Да, особенно у нее. Что наши волосы были. А ужин заработали. Намолотили, намолотили. Молотим, молотим, молотим. Полюша, все, тихо. Ну все, все, стоп, стоп, аплодисменты, аплодисменты. Опять же, все вручную. Раньше, ну сейчас все автоматизировано, сейчас все вручную. Раньше все вручную было. Опять же, руками крутили. Здесь было такие три полотна. До сих пор, кстати, такие полотна используются в процессе фильтрации. Три полотна, все выжимали, оливки отсюда стекались, оливковое масло, да, оно выжималось, и зернышки оставались такие, а само масло вытекало сюда, отстаивало здесь, и выливалось, получается, все в сосуды. Но сначала отстаивало здесь. Вот, и потом все, соответственно, на экспорт. Италия, Испания, Сирия, по всем побережьям Средиземного моря. Но, опять же, все было ручной труд. Я даже смею предположить, что осыки даже, возможно, крутили вот этот механизм, потому что тяжело весь день крутить. Но это как бы... Раньше и осыки были сильнее, и люди тоже были сильнее. Такие они окупаются, то есть, опять же, нужно, получается, за это платить, потом тоже, ну, хоть немножко экономить, но тоже завтрак очень дорогой. И поэтому киприоты покупают шубы, они после Греции в 2008 году, помните, в 2008 году был кризис в Греции, экономический. Банк Сайпрус, Кипр помог Греции, соответственно, тоже в этот кризис попал. И киприоты переживали не очень хорошие времена и начали экономить. И до сих пор экономят на электричестве, потому что я лично плачу за электричество 100 евро ежемесячно, хотя я ничего не делаю, я просто микроволновка, холодильник и там телефон, зарядка и свет. Все. Я ничего особо не... А если бы я включал кондиционер, то я бы все 200 евро. Это дорого, я считаю, для электричества. Поэтому киприоты тоже экономят. Они спят в шубах зимой. То есть, потому что реально холодно. Для них они просто привыкли, теплокровные, привыкли к теплу в жаре, а зимой для них плюс 12 это реально холодно. Они ходят в куртках зимних, там, в шубах спят, ну, то есть как-то так. По поводу быта киприотов, смотрите, ну заметили, да, тут для киприота сочетание камня и дерева это идеальное сочетание. Киприоты не переносят пластик, что-то такое, натяжные потолки, пластик и окна, это не для них. Для них важно, чтобы был камень и дерево, все. До сих пор смысл. Ты любишь? Почему? Я в буквы. Почему? Нет, она будет похожа, сфотографируется. Нас ждет ребенка, скоро уже родит. Совсем маленький. Сейчас они могут даже перед тобой драться, она немножко агрессивная. Еле-еле взял я его. У него зубы.
Маленький. Ну вот. Маленький, иди ко мне. Этому маленькому надо маленький кусочек давать, да? Маленький. Выронил. Ну давай, съешь теперь. Что такое? Боится. Нам сказали, куда? Какой мягкий, потрогай. Типа помыла, а? О, ну, типа, ладно. Козяк. Ушки прикольные. По-моему, все лошади. Нет, нет, Так, уважаемые гости, маленькие. Мы нас уже зовут кататься, поэтому после дегустации, когда у нас будет его немножко времени, можешь сюда вернуться. Это у нас сейчас будет как шагов, это у нас лошади, это он мол и лошак. Мол справа он, да, не ближний лошак смесь. Лошади его. Видишь, уши у них большие, а у них маленькие. Это лошади. Мул и лошак. Молодец. Лопа Геннадия, проходи, пожалуйста. Проходи. Лопа Геннадия. Лопа Геннадия, проходи. Все, пошли. На. Хороший. Ведут кататься. Я по объективным причинам не поеду. Рядом прогуляюсь. Животные прикольные. Я Памела Андерсон. Спускайся. Кормим внизу. Так будете кормить или не сталкиваться. Спускаемся вниз. Ева. Девушка, иди, пожалуйста. Да. Гермес. Мужчина, да. Мужчина. Вперед, пожалуйста. Ми вперед и ослик сзади. Идите. Следующий это Джорджио. Подождите. Я в прошлом году на нем ездил. Да? Джорджио. Шумахер, вперед, пожалуйста. Мужчина и красная одежда, видите? Шумахер у вас. Следующий это ослик Оскар. Девушка, маленькая девушка. Оскар. Джеймс Бонд. Пожалуйста.
Такие тут ребятки. Друг, у меня нет ничего, все скормил. Какой-то прикольный. Что, дружим? Жарковато, да, вам? Он уже прилег. Немножко прилегли уже. Вроде ребятки все счастливыми выглядят. Такие упитанные, сытенькие. И сено у них есть. И туристы подкармливают этим рожковым деревом. Молодечек какой, красивый коняка. Жалко, на вас покататься не могу. К друзьям хочешь, да? Специалист, по возрасту не сориентирую, даже на номерах. Я вам сейчас расскажу, что у нас здесь, а потом мы встретимся и все съедим. Масочка впереди, это шоколад со сливным молоком, здесь 30% молока и стевия, в шоколаде нет сахара. После у вас будет возможность продегустировать также наш эксклюзивный напиток. Ликер на основе ослинного молока, ослинный бейлис, так мы его называем. Здесь же вы сможете попробовать традиционный кипрский сыр халуми. Халуми уже стала визитной карточкой Кипра, едят его в огромных количествах и в таких же огромных количествах его экспортируют. Но это традиционный национальный кипрский сыр, который здесь производится с 15 века. В чистом виде макароны, а рядом в тарелочке будет сыр халуми. Но это будет такой кипрский вариант пармезана. Его чуть-чуть переваривают, когда варят сыр, потом его сушат на воздухе, и он становится таким тугим камешком, и его перемалывают. И крупиночками такими, но это вот вроде как на пармезан похоже, но это хорошо.